прошедшем шоу представляют пять чувств. Когда вы знакомитесь с таким автомобилем, как Кадиллак новой серии, вы должны быть готовы к раскрытию всех ваших чувств. Ведь эти автомобили созданы специально для того, чтобы доставлять удовольствие. С отточенными формами, из роскошных материалов. Они предлагают максимальный уровень комфорта для всех пяти чувств. Ваше зрение, осязание, обоняние, слух подтвердят удивительный вкус Кадиллак. Ваше знакомство будет начинаться со зрения. Вначале вы его видите. Это утонченный и динамичный дизайн, компактные габариты, фирменные рельефные бока, мощные арки колес. Это визитная карточка нового Cadillac SRX. Спортивный силуэт особенно четко подчеркивает хищная хромированная решетка радиатора, объединенная с передним бампером и традиционной для современных Cadillac вертикальной фары. При создании SRX ключевой была идея гармонии ступы и техники. SRX рассчитан на покупателей, отдающих предпочтение стилю современным формам. Внешний вид нового SRX – это яркое, четкое движение и готовность к прыжку. Это атлетические черты спортивного автомобиля, экобайк и близкий выход. Вы его слышите? Он впечатляет. Затем вы чувствуете аромат. Это аромат нового автомобиля. Натуральной кожи и отделки дерева в сценах барокко. Абсолютное искусство исполнения. Это торжество технологий и науки. Это Escalade Hybrid. Первый в мире автомобиль с гибридным двигателем, который относится к сегменту больших, роскошных внедорожников. Это инновационный гибрид и силовой агрегат. Это извлечение более чем 50% повышения топливной экономичности. Это снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и при этом всех. Основой гибридной системы Escalade является то, что электроэнергия, необходимая для движения автомобиля, генерируется самой этой системой. Когда задействованы тормозные механизмы или автомобиль движется по инерции, электромоторы вырабатывают электроэнергию, которая аккумулируется в батарее. Эта энергия затем используется для движения автомобиля, и такой цикл повторяется вновь и вновь. Это возможность Escalade трогаться с места и двигаться на низкой скорости исключительно за счет электродвигателя. Гибрид науки и искусства. Приятный аромат технологии. И, наконец, вы можете попробовать его на вкус. Дамы и господа, добро пожаловать на стенд Cadillac.